Be. Nothing to lose, nothing to gain. Sarah. Что ж, друзья, надеюсь, все готовы к очень горячему противостоянию в рамках ЕС. МДЛ, это у нас полуфинал верхней сетки. Форс против Крейзи. Оба коллектива показали у нас сегодня уже красивый КС. Форс разобрались 2-0 с Немикой, насколько я помню. Да, и Крейзи разобрались 2-1 с Авангар. Вот, черт, это было красиво противостояние. Надеюсь, здесь будет еще красочнее. Что Шалмазер уже неплохо ставит голову по Отонду. Ну, летний на ответе. В принципе, сайт уже занят, бум будет установлена. И тычечки-тычечки парень не залетает, но он еще успеет Юспик себе забрать. И забрать себе неплохое позиционирование в джангле Открытие при фарам по джерри также, увенчался с успехом. Ну и некоторые проблемы для наших парней. В принципе, у Фейскрака есть набор фузкитов, есть мочок. В принципе, положить, попробовать раздефать. Благодаря своим тиммейтам еще шансы имеются. Там Леркер отправлен на позицию меда. Это шипс, и он может еще закрыть позицию коннекторе, но здесь алмазер очередной вантапчик ставит. Слушайте, проблемы, проблемы, но аспирант разправляется с одной проблемой. А второй игрок не дефует, не дефует. Фейскрак подобрал на борде ты. Пички летят, 50 хп остается. Ну да, времени очень мало. Повторное открытие, стоп, еще один хатшот, еще не хатшот, а времени... Обидно, обидно, поискрак. но на nice Здесь определенно весь чатик должен написать на nice после такого. Сыграл очень хорошо, но это 1-0 за крейзи. Да, друзья, там даже, <coughs> даже дефать не было варианта, на самом деле. Там такой кроссфайр от Крейзи. Нечего сказать. Full force от force. Никогда не устану этого говорить. Всегда приятно говорить full force от force. На у нас скаут. Пустые орлы. Чешка и 5 7 на Джерри. В принципе, сетап рабочий. Да, первостепенная задача это, в принципе, выиграть раунд. Второстепенная задача это бай снайперской винтовки. То есть, если бы они делали прямо сейчас экономический раунд, то бай АВП не было бы. А здесь Гзи Пауэр еще стоит некоторые сбережения, поэтому решение очень грамотное. С его стороны. Ты бы стал дефать смоки на первом раунде. <laughs> может быть, может быть, друзья. Кто знает. Так, ладно, аспиранта, занятие главки со своими тиммейтами. Здесь укрепление от форс по точке А. И выглядит даже очень перспективно, на самом деле. Вот вопросы именно к упорной позиции Пита. Это Джерри там находится. К нему сейчас идет охотник в лице Шипса. Изи пауэр. На пропрыжке стикет бокса. Есть голова по Не так. Опа, фраг пока что именно за коллективом. Ох, как хорошо расстрелялся по искрак Джерри-то. последний. Падает финальным номером. Раунд 5 секунд, на самом деле. Вот нравится мне такая развязка, на самом деле. Без информатора отыгрывали Крейзи. Это была самая первая их проблема. Запустили бы инф... <coughs> информатора по точку А. Äh, по точку Б, точнее, да. Он бы сказал, ребята, здесь только один парень, Форс. Но отыгрывали без информаторов. И теперь 1-1. Пустынные орлы. И одна чешка от Неми. И вкусная хая от Алмазера. Сразу залетает. Здесь летние 50. 9 хп остается. Алмазер. Возможно, также на пропрыжке здесь кого-то заберет. Отличный молот. Отличная раскидка. Пока что Форс залетает. Алмазер. Экзи power Находит опом фраг. Да, некоторые проблемы уже имеются. Джерри также с Крига очень хорошо работает. Крик за КТ это прям имба всех имп. Как это контрить, непонятно. Минуту 0.5. Планируется занятие коннектора. Здесь у нас находится фейскрак около джангла, поэтому это все должен дело пресекать. Флит. Также забрать летний Последнее звено на вместе с аспирантом. Находится в коннекторе, как я уже ранее говорил. Ну что, надежда на хотя бы убивание некоторых девайсов. 2-3 фрага для них уже будет смотреться не очень плохо. Открытие ФС крак по спинке пообрел одного. И второму также личка погладил. В принципе, 2-1, раунд 5-0. Так это еще и Full Force был от Крейзи. Поэтому сейчас Крейзи допускает серьезную ошибку. Не позволяет укрепляться по экономике стороне. Слабый в плане экономики. Будем смотреть. Да, там э, на всех информационных сайтах, на всех букмекерских конторах э, мнения, конечно, разделяюсь. Но в основном говорили: 1.6 force, 2.1 Crazy. То есть э, 1.6, соответственно, коэффициент 2.1. Лоу-коэффициент на Crazy. Не знаю. Не знаю, на самом деле, что будет происходить в матчапе. Но я уже сказал свое мнение. Я считаю, то что фаворитами здесь является Crazy. Именно это мое субъективное мнение. Поэтому будем смотреть. Возможно, форс обсетнут. И пока что у них очень хорошо дела идут на карте Дэми Раш. Спиранта один экзит нашел. Второй экзит Нэми. С глока перестрелил экзит Пауэра неплохо. На раунд, конечно, это вряд ли повлияет. Но дэмэдж экономики делать никогда не поздно. Шипс, Маке, все-таки находит его фейс крак. Повторный веб а также неуспешно. Вот он также с Глака забрал одного. Слушайте, очень хорошо сыграли. От Крейзи мне понравился этот раунд. Неважно, аспиранта найдет еще один фраг или умрет без него. Сыграли очень хорошо Крейзи. Эсперанто. Открытие. Все, падает, да. 3-1. Ну, слушайте. В районе 400 хелспоинтов снесли Крейзи на экономическом раунде. А там только не дефолтные пистолеты были. Да и то не у всех. Там два фрага даже с голков, насколько я помню, было сделано. Ха. Жду 16-10 автобус. Нет, друзья, нет. Тут должно быть ТБ. Здесь и без ТБ я никуда не уйду. На предыдущих, кстати, двух картах, которые я откомментировал, также заходило ТБ. Надеюсь, здесь также на обоих зайдет. А может и на трех. Если 2-0 здесь не разберутся оба коллектива. Так, смотрим. Планируют у нас рваться по точку Б. Под Алмазера полетела флешка. Алмазер. Агрессия под Б апартаментами. Даже очень хорошо реализована. Здесь бы не рисковать. One-way smoke. Так, интересно, как он около него будет действовать. Ну-ка. One-way хорошо реализован. Неплохо. Алмазер, спасибо за... Галочку. В результате Xipower нашел один фраг. Там десантировался один из игроков. Это был летний дно. Флит против него также сработал. Объективное мнение, я же говорил. Объективно здесь форс э, является фаворитами. Так, привет. Одного. Второго. Неплохо, аспиранта. Ну, вот против третьего не сработал. Возможно, против него сработает Оттен. Что это было вообще? Даже стрелять не собирался Оттен. Прыгнул на ручки просто Фейскрак у нас. Говорит, дружище, лови меня. 4-1. И недофолтные пистолеты. до кабай. Который должен приводить к счету 5-1. И то не факт, и то не факт. Нам уже показывали неплохие красочные экономические раунды Крейзи. Ну да. Мое субъективное мнение, то что Крейзи является фаворитами. Объективное мнение, то что Форс является фаворитами. Вот как-то так, друзья. Давайте мне тут <зв au> язык не заговаривайте. Пустынный орлы скаут. Автор топит не за СНГ. Ну, друзья. Топлю за СНГ, конечно. Всегда хотелось поболеть за такие коллективы, как Force, как Спирит. Ребята сейчас на плюс морали показывают очень хороший КС. Вот только у Спирит игра там, судя по всему, против Хау не очень задалась. Вели 6-1, потом по щелчку пальцев 14-7 они проиграли, дальше не смотрел, все-таки матчап мой, опа, эсперанто, поймал алмазера, там единственный напорник в лице плита, но долго-долго все это, господи, опять вкусная хаешка, плит, зачем ты их так кормишь-то? Кстати, выход будет именно по точку Б. Нашли люркера в лице шипса. Аспиранта падает от а Джерри. Джерри подошел уже на хелпу. И в результате здесь Бэксари уже будет отыгрывать как против тачки, так и против Б апартаментов. Тачку увидел и доработал тачку. Все грамотно, все дисциплинировано, красиво. Вишенка на торт, пятый раунд. Ну, здесь нельзя судить а мажоре Крейзи, на самом деле, потому что состав у них поменялся. Состав у них поменялся, причем очень серьезно. Здесь у них Шипс пришел. Поймали. Болеринку в лице Экзи Пауэра. Ситуация 4 в 5. Бомба лежит пока что около топ-меда. И ребята хоть и не нашли опенфраг, но в дальнейшем отыгрывают очень дисциплинированно не будут э, в дальнейшем стакаться в одно целое, куда-то пушить, еще хотят себе пространство заработать, то есть преимущество по живой силе есть, и сейчас еще преимущество по пространству заберут, и в дальнейшем уже будут строить свою атаку. А здесь у нас агрессия от Форс, планирует на зигзаге, судя по всему, подсадочку делать, это 1.3, соответственно, мазер с флитом. Ну-ка, так, подсадочка, летние это все равно не слышит. И в результате сработал на аспирант минус. Неплохо. Так, 4 в 4. Вот он. Там агрессию проявляет у нас уже фейс Крак, Под коннектором его ловит. Вот он уже дабл килл от снайпера Крейзи. В дальнейшем полностью оставляет у нас точку А. Но опять-таки тот самый буст. <laughs> Один раз сработал, почему бы и второй раз Ой, а вот это уже слышно было. А вот это уже слышно было. И это услышали игроки Крейзи. Дает информацию, мол, ребята здесь двое. Апартаменты прожимает Джерри, собирает информацию Здесь спин заходит Шипс, минус Алмазер в дальнейшем Всего лишь один опорник, который находится в кичине Не находится уже Шипс Отличная стрельба, и Джерри 1 в 4 Да, это сейф Не такая серьезная проблема на самом деле для Форс У них по экономике все очень хорошо, закупится в следующем раунде В случае проигрыша еще и в следующем раунде Закупится, поэтому, как я говорил Без траблов, благодаря вот этим пяти раундам подряд Но раунд забирает Крейзи Раунд забирает Крейзи 5-2. Большой плюс в том, что они засейвят 4 девайса. По сути, должны засейвить. Вряд ли они сейчас побегут Джерри выбивать с такой дряхлой экономикой, на самом деле. У аспиранта 50 долларов всего лишь. Что на 50 долларов? Это даже не прожиточный минимум у нас в России. Никогда не поздно, дружище. Возможно, именно ты станешь каким-то следующим хайлайт игроком в команде что-то вроде Force или Spirit. Кто знает. Да у нас здесь все киберспортсмены вроде сидят в чатике прямо сейчас. Так, открытие под мид. Отличная реализация фейскрака на самом деле. Ну, реализация точнее не отличная, но план был потрясающий от него. И прокинули и халпа была. Шипс также минус Джерри, но где Пауэр в поджиме андеграунд реализовал себя, информация поступает, но топ мид полностью отпустили Крейзи. Возможно, это станет их ошибочкой в дальнейшем. Но они пользуются информацией о том, что вряд ли сейчас на точке А находится много игроков, да и в принципе сайт чист. Только нужны ключевые смоки под позицию стерсов и хелпы. Алмазер будет ли пик, Алмазер под флешку грамотно действует, минус Шипс. Ну и в дальнейшем прийти по живой силе. Не забываем про Нейми и Спиранту, которые биты серьезно. Ложка полетела. Открытие под стерс. Два игрока на стерс запрыгнули, интересно. Лишь бы здесь не переагрессировать. Серьезный демаж, господи, 3 хп у Неми. 5 хп. Кп... Забудьте о 5 хелспоинтах. Алмазер просто взрывает его трехочковый. Да какие хорошие флешки. Да, это пятый. Точнее, уже шестой раунд для Форс, да. Трипл килл по для Алмазера. Дабл килл для Кси И это 6-2. По статистике, ну, мы видим сами пока, что летний не может включиться. Жип, Сотон. За 9 раундов набили 2-3-3. Ну, что поделать. Форс. Удивлен, на самом деле, их игрой. Приятно. Удивлен, в первую очередь, хочется сказать. Старт от них даже очень хороший. Ракит Хая под Эсперанто. Эсперанто. Будете проявлять агрессию под левую сторону коннектора? Нет, определенно. Стараются на пропрыжке здесь еще кого-то увидеть. Фейскрак уже на левой стороне очень близко находится. Опасно. По тонкому льду здесь аспиранта ходит. Против такого парня, как Фейскрак здесь лучше так не рисковать. Ну вот о чем я говорил. Фейскрак. Находит аспиранта. В дальнейшем через эндеграунд здесь работает еще летний. Но демажа серьезного нет. Снайпер в исполнении Гзи Power. Нашел серьезный демедж по одному из игроков. Это был Неми. У того 20 хп остается. Не зашло-то был у спиритов. Ну, потому что не я комментировал, вот и все. Потому что комментировал не я. Так, 6-2. Здесь это бы должно заходить. Летний так. Минус Крак. Люркер очень хорошо реализован. Эми. С 20-ти о которых я уже ранее говорил. находят очень важный фраг. Но Джерри одного нашел. Он нашли, по второму вырубает Игрока в сале. Боба падает. И повторный пик. от Джерри Трипл килл 7-2. А здесь лучше бы уже поставить тактическую паузу. Муа. Умнички. Все прочитано, все грамотно. И Крейзи ставит очень важную тактическую паузу. Будем смотреть за десятым раундом. 2 кабай должен быть от Крейзи. Черт, какие интересные предложения тут залетают. Давай, если я ставлю на ТБ, сейчас 5К. Если не зайдет, ты у него возвращаешь 3К. Если зайдет, я тебе 1К кину. Черт, интересно. Но мне кажется, это невыгодно для меня немного. Ну ладно. Интересно. Друзья, я говорю лично свое мнение. Здесь будет ТБ. Я вас ни в коем случае не бачу на ставку, ни в коем случае. Но я говорю сомнение, я говорил это даже когда 7-2 Хаву вели против мой за атаку на карте Детрейн. И ТБ зашло. Возможно здесь также будет, то есть... Здесь пока что Форс хороший КС показывает, мне нечего сказать. Десантура уже произошла, есть информация по флиту, но здесь Алмазер. Раскрутился на даблкил. Грамотно, грамотно, красиво. И вдвоем всех пятерых развалили. Там хелпа подошла, зигзага из uh, Кичина. Говорит, ребята, вам помочь? Они говорят, да нет, нам и так нормально, дружище. Мы вдвоем справимся. 3-3-3-6-5. Фраги крейзи. АВП, пара кригов. Пара К-47. Ну, давайте смотреть, что. Здесь пока что позиция в питу. А игроков, судя по всему. Ну, вот самый дефолтный, что ни на есть дефолт. Три игрока пит, один апартамент, один люркер через мид. Хотя это даже фейкующее звено было. Он тоже в пит сейчас подойдет. Ладно, будем смотреть. Там на внешке находится один из игроков. Уже не находится. Но вот под апартаментом теперь есть информация. По информации должен работать шипс. Да, работал фейскрака. Так. 4 в 3. Минута 15. Прокид хае. Эх. Чуть трех очков не залетело по шипсу. На открытие. Очень хорошо. Здесь спрей да, он Показывает нам аспиранта. 2 в 4. Шипс аспиранта на лохп, но это будет сейф. Здесь нет смысла вообще выйти выбивать шипс. Очень важная встреча с Кзи Пауэром. -power. -power был готов и легко снимает шипса. Хотя по позиционированию шипса было некоторое преимущество даже. Третий раунд для Крейзи. У всех бывает, дружище. Насчет проигранных ставок, конечно, у всех бывает. Ой-ой-ой, как не... как, 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 какая плохая новость для Крызи При выигранном раунде в ситуации 4 в 2. Они теряют 3 девайса, не выбив ни одного от форс Все бы ничего, если бы они этот раунд не проиграли. То есть я не, я не буду говорить, то, что они его проиграли. Я говорю, все будет хорошо, если они этот раунд не проиграют. Но если проиграют, извините, здесь форс могут себя обеспечить даже в их на 11. 11-4 для них просто идеальная будет половина. Так. Зи упорной позиции. Думаю, сейчас вообще не идет. Нашли все-таки размен. Жиб, даже через плечо своего тиммейта здесь находит трейд. Бэксайд один из игроков. Эсперанто пошел по зигзагу гулять. сзади закрывать Джерри. Очень важный момент, потому что сейчас бэксайд надо закрыть всего лишь одного игрока. И этим грязным делом занимается. Вот он в дальнейшем 2-3 ситуации. Опять-таки, меньшинство для форс. И, слушайте, опять-таки сейф. А вот и четвертый раунд like crazy. Крэйзи, могут взять эту карту, коэффициент 4? Друзья, я... Yeah. Лично мое мнение, могут. Могут. Конечно, могут. Смотрите сами. Ставьте с умом, главное, ребята. Подумайте 10 раз лучше, перед тем, как поставить. И если не уверен, лучше не ставьте вообще. А возможно ли случайно встретить на эпицентре комментаторов, таких как ты? В плане таких, как я. Есть много хороших комментаторов на самом деле. Очень много. А вот теперь уже тактическая пауза от форс. Тоже очень грамотное решение. Смотрите, 8-4 парня ведут и благодаря дисциплинированным решениям ставят тактикал пауз. А если уверены, подумайте еще раз, и все равно не ставьте. Молодцы. Ждем, ждем, когда оба коллектива подумают на всем происходящем в рамках карты до миража, и врываемся на 13-й. Что ж, в дальнейшем. Что у нас здесь интересненького? Четыре раунда отрыва. Врыв по точку Б, где нет ни одного опорника вообще. Интересно. Но здесь и power Наход один фраг зигзага. Второй фраг от флита. Так, размен есть. И флит серьезно накален. Будет менять позиционирование. Судя по всему, попробую через зигзага сыграть. И основное звено форс. Львиная доля игроков будет работать именно через кичин. Как же хорошо здесь фейскрак начал нашивать. Но для он это не такая серьезная проблема. Ему также нужно давать всего лишь один шот, дабы минус с его визави. Эй, 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 незаконно, алмазер, незаконно. Полегче. Вкусный прокид хае аспиранта. Бесконтактным кэсом сейчас получает 12 хп. Он даже оппонента еще не видел. В дальнейшем врыв будет именно через основу Кичина. Вот он один фраг. В дальнейшем вот он финальный пик. Еще один будет фраг или нет? Но здесь пик отлетал уже. Один-два шипс. Времени все меньше и меньше. Времени все меньше и меньше. 1-1 ситуация. И флит финальный фраг. Но, к сожалению, времени уже на деф бомбы нет. Это пятый раунд для Крейзи. Так, друзья, не надо мне тут такие грустные сообщения писать. Друзья, проиграйте хату, свяжитесь со мной. Выскательный знак Кастерс, там моя группа ВК, свяжитесь со мной. Я вас пристою. У меня двухкомнатная квартира, живу один, так что. Без проблем, на первое время у меня пока что поживете Давайте, руки не опускаем Три раунда отрыва Чем пахнет? Вроде ТБшкой, нет? Два МАК-10 Прошу прощения, МП-9 От Форс, МАК-10 от Летний Аспиранта Пошло открытие под позиции точки А. Здесь львина доля игроков. Опасно будет работать. Один на апартаментах. Так, так, так. Хорошая позиция от Шипса. Как он вообще попал под Джерри? За фаербоксом. он Пик. Минус позиция между. Можно еще репикать, но у самого 19 хп остается. Он на дефолт кое-как еще перемувился. Но это читает тот. Он отличная читка. Читка игры просто потрясающая. За фаербоксом все еще жив. Флит. И флит здесь может еще наколоть дров. Открытие. Алмазер с ребята, 9 Переследует на того, но на ниндзя не ожидал второго. Вот тот самый флит, который врывается. Находит дабл кил. И теперь шипс. Один в два. Черт, Укси Пауэра. 6 хелспоинтов. Но так или иначе, здесь флит. Решающее звено. Шипс. Открытие. По голове дал флиту. Достает уже глок. Понимает, что перестрелять его не такая уже серьезная проблема. Но там с КТ мчится один из игроков. И нет, флит все равно перестрелял шипса. Уф. Противостояние-то, правда, жарким будет, друзья? Сколько лет ставками занимаешься? В районе 3-4 лет, дружище. В районе 3-4 лет. Да, и некоторые ставки. Вот завтра 100% буду кидать некоторые прогнозы в группу. Так что восклицательный знак кастров, друзья, и вся информация будет там. В 9 утра будет первый матч, на который я дам прогноз. Так что... Подписывайтесь, буду всем рад там. Врываемся на последнюю раз первой половины. Здесь у нас э, только не дефолтные пистолеты, а некоторая раскидка. Кастерс. Я прописал в чат. Там э, с буквой «С». Вот, ссылочку там обвод кидает. В результате давайте смотрим. Врыс, судя по всему, планируется по точку Б. И на ноге мчится летний. Флешечка очень хорошо залетел под алмазера. Опа, в бэксаде уже шипс. И он находит фраг по алмазеру. Наук не подбирает. Господи, летний на десанте также один фраг нашел. Да ну, летний в бэксайде также реализовал себя на минус. Что произошло? Что за ураганчик, крейзи? Что за ураганчик? Колдер оставил! Нет, не получилось у аспиранта. Фейскрак последний его дорабатывает. Все-таки вот он 9-6. Такой, мне кажется, результат будет устраивать оба коллектива В первую очередь то, что они с таким отрывом выигрывают первую половину А во-вторых, то, что Крейзи хоть и проигрывали 7-2, но вышли на 9-6 Это тоже для них неплохо Шансы на камбэк имеются Ждем, когда коллективы пропишут у И матч из лайф напишут сервер И врываемся на вторую половину Дим, дай просто ссылку Друзья, мобот глючит, судя по всему Вот, да, кастерс прописали И вот для вас комментирую Дмитрий Ановис Соколов, И ссылочка в АК Вот еще раз пропишу И мобот кидает, хорошо Мало, друзья. Давайте щиты поднимаем за форс. И капу поднимаем за крейзи. Вот как-то так. И сердечко за комментатора также не забываем. Все, вторая пистолетка. Матч из лайф, пишет сервер. Вторая половина готова. Удачи командам и вам, друзья, приятного просмотра. Вторая половина. Так что напоминаю, друзья, это Best of 3 противостояние. Это всего лишь первая карта. Неважно, кто выиграет первую, возможно, мы все-таки увидим третью решающую. Так что щиты ни в коем случае не опускаем. И работаем в этом же духе. Нами единственный саппорт и ни одного саппорта от форсы, и они идут стреляться на мид. Это интересное решение на самом деле. Пошел пик мида, двоих игроков уже увидел Лотант, информация поступает. И вот на такой дистанции уже приятен Глок. Мы тут понимаем. Ялмайзер разрабатывает лицо Отонду. В дальнейшем пропрыжка. Флит, господи, какой хэдшот. Еще и по Неми можно поработать. Информация есть. Браво. Браво. Нечего сказать. 5 в 0. 5 в 0. Карло. Ну что ж. Full force от Crazy теперь уже. Возможно. Это принесет им такой же успех, который принес Full Force от Force. Как мы помним. Они также проиграли первую пистолетку. Но забрали Full Force. Возможно, здесь что-то подобное произойдет. Так, флит, прокид хае, никакого демеджа. Хотя, ну, 20 косподов демеджа для лет нет вообще ничего так как он отыгрывает все равно с недефолтным пистолетом. Большинство игроков Crazy находится именно под точкой Б. Вот сейчас здесь уже отыгрывают от информатора Force. Сейчас зайдут в коннектор, просмотрят там информацию, потому что Force сейчас сами вспоминают. А как же мы выиграли Full Force? А потому что Crazy не прочекали инфу под точкой Б, вывалились просто на А, и там 4 игрока Force их встречали, поэтому на изер разобрались вообще. Но здесь такого успеха не будет, здесь отыгрывают Crazy Default без каких-либо укреплений, Может что-то подобное здесь будет. Перетягивается еще и Неми. Есть информация по Кзи Пауэру. По информации работает Неми, это уже размен. 4 в 4 ситуация. По скауту есть инфа. Отан неплохо тычку дал. Прострел пока же летать не будут на времени, то все меньше и меньше. Через рампы будет двигаться основное звено. Неми на ЛОХП. Врыв, господи, шипса нашли. Алмазер закрывает Неми. 2 в 3 ситуация после фрага от Отанда, но нет, его срывает. И в дальнейшем Бомба-то упала, конечно, его озонят смоком, и здесь дисциплинированно будут действовать. летние, летние, летний падает от бейскрака, это 11-6, которое в дальнейшем должно перестать уже в 12-й раунд. Ой-ой-ой. Опять не дефолтные пистолеты, возможно, у пары игроков будут первые арморы, но как факт, да, это должен быть уже 12-й раунд для форс. Так, 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 так. Неми. Забрал Джерри. Эсперанто забрал. Ксипаура. Стоп. Вот сейчас очень важный момент. Заберет ли кого-нибудь летний с юспиком. Он пропустил игрока по точке Б. Он сейчас просто... Он его забрал. Стоп. А рано вы считаете, судя по всему, за крэзи, опускаете. Рано. Выигрыш в экономическом раунде очень хорошо. Может повлиять на моральную составляющую игроков. На пропрыжке нами не увидел вроде флита. Да, не увидел определенного. Он находится уже на скамеечке. Подходит все ближе и ближе. Информация поступает. Тот он доработал в размен, все-таки флита. И теперь алмазер в ситуации 1 в 3. Позиционирование просто 5 с плюсом. Он сейчас может зайти в спину, хоть на Б, хоть на А. Но мне кажется, это будет контролить уже игрок номер 5. Он это контролит, но он падает. Алмазер 1 в 2. Его контроль летний. Его контроль летний. Это выигрыш в экономическом раунде для Крейзи. Damn, son, oh, what is it more on the Mhm. Mm Ну, по деньгам не все так хорошо у Форс, как мы видим. Галилар, Чешка, пара кригов, снайперская винтовка. Фейскрак покажет позиции коннектора находится. Около коннектора. Два игрока около коннектора. Минуту 20. Помимо главки вообще ничего нет. Вы посмотрите, просто что делает аспирант. Эспирант уже бомбу нашел. Эспирантов в соло зашел в бомбу сейчас через Б-апартаменты. И можно... Ну, включите аспиранта. Умоляю, просто аспиранта. Аспиранта. Умоляю, включите аспиранта. Он просто там видишь сейчас четверых игроков. Вот, аспиранта одного, второго, три... Нет, третьего пока что не может найти. Третьего не найдет. Но максимум импакта просто внес. Хотя, стоп, флит раскрутился на дабл килл. Фейс -крак. господи, каким он там нокаутом вынес сейчас. Своего визави -виза в -виза он, да. Но информация по бомбе имеется. И вот теперь интересное решение Фейс Крака. Разрулит ли он это? Оставляется полностью позиционирование по точке <laughs> А так, facecrack. Выход через рампы. Прочитать ли позиционирование летний? А, в принципе, читать-то незачем. Они от ретейка э -э уже сыграют, в принципе. Фейскрак будет ставить бомбу на дефолте. Или под коннектор. Ой, какое неприятное позиционирование для поставки бомбы. Очень неприятное. Летний забирает фейс крака. Но он думал то, что либо на КТ, либо под апартаментами где-то находится апартамент. О, оппонент, да. И тем самым восьмой раунд для Крейзи. И следующий будет экономический. Все, тут ТБшечка вообще должна заходить на, на Изи. Они проиграли именно экономический. Форс забрали пистолетку, забрали фул форс, но проиграли экономический Крейзи. Это я говорю для тех, кто отходил там за чайком, за кофейком. Как-то так. Да, друзья, здесь некоторые траблы. Особо с лишь бы потеря кадров только не, б... не, была. Сейчас посмотрим на экономический раунд, да. А, два пустынных орла, пара чешек, глок. Здесь пары смоков, пара флешек имеется. Выпад будет по точку А. Летний пока что в соло здесь будет контроль точку Б и должен давать уже кол Неми, Неми, мол. Дружище, ты мне тут не нужен. Иди лучше, хелпани друзьяшкам по точке Пошел выпад. фейскрак, Кракер, уж позиционирование, то, о чем я говорил. А Неми бы тут понадобился. Шипс. Фейскрак Кракер пока что на один фраг. Бомба упала, конечно, но будет не так проблематично ее поставить в дальнейшем. фейскрак, открытие, слишком широкий стрейф. С это пока что не работает. И ситуация 2 в 3. Джерри подгорел. Самого масло не такая серьезная проблема. Гзи Пауэр также подгорел. Падает Гзи Пауэр. Ну и последний Джерри. Будет диффуз бомбы. Ну то есть позиционирование... А, информации нет по Джерри? Серьезно? Информации по Джерри нет. Он находится сейчас в ниндзя. Информация уже есть, но он остается 1-2. Да, финальный фраг, девятый раунд. У но момента надо пофиксить здесь некоторые траблы и работаем дальше. Так, вроде немножко пролагнуло, и все хорошо. Ладно. Пропустили только open фраг, друзья. Прошу прощения за вот такие небольшие корректировки. Open фраг дали по Power. На аспиранта в правой стороне окна теряет свою голову. Эсперанто. В дальнейшем пока что прийти по живой силе, но важного позиционирования до сих пор у Форс нет. Фейскра, господи, трехочковый сейчас летел, от а тот он, да. Летний, минус Джерри. Бомба упала. Информацию есть, но подобрать ее не проблематично. Здесь очень грамотно действовал игрок Рейзи в том, что он как бы бомбу-то нашел. Кстати, контроль ее дальше не стал. Увидел игрок. Падает флит, неприятно как. 2 в 4 мгновенно становится, друзья. 2 в 4. Через т уже несется шип с по 9 Летний до сих пор не отогнали. По нему информация была, на Фейскрак принял решение взять инициативу на себя. Не самое лучшее решение. И в результате Алмазер последний. Планирует даже сейвить свой крик, судя по всему. Бомба на руках. Вот хотя под шипса. Шипс. Ловит в ухо. Ловит в ухо. И ловит в ухо. Все верно. На исход раунда это не повлияет. Приказ понимаем. 20 секунд. Позиционирования нет. Тиммейтов нет. Соответственно, раунда нет также. Десятый раунд для Крейзи. Ой, друзья, спасибо большое за ваши такие теплые слова в мою сторону. Всегда приятно было слушать. Комментирую это лично для вас. Только для вас. Ну и потому что работа такая тоже, да. Десятый раунд для Крейзи. Сейф. Крига. Потеря некоторой экономики. Рассинхрон с самую маус. Ну, сколько мы видели экономических раундов от одного девайса, поэтому не такая серьезная проблема. А вот то, что фейскрак закупается в Мак-10 и также теряет свои сбережения. Это может уже за собой повлечь серьезный рассинхрон. Ражби! Ну, а вторые слова мы помним сами, да, вторую часть. Планируется прямо сейчас от Форс. Смог на зигзаг и летний. Находит топом фраг. До раскрытия флешки открывался флит. Это некоторые трабл. Еще и молотов хорошо откинули, но его отсмочил алмазер. Пошел выход. Все, наши парни. Пошел десант. За ВДВ. Но нет, летний сотан там почему-то работает именно снайперские винтовки упорной позиции. Крейзи включились. Я не могу сказать то, что Форс делает какие-то непонятные или плохие решения ни в коем случае. Именно Крейзи стали показывать хороший КС в один момент. А, да, есть пробитие, друзья. Есть пробитие. Те, кто ставил на ТБ, congratulations, как говорится. Мои поздравления лично, как отставочника также. Ну и что, работаем дальше. Здесь опять работа от одного крига. И вот он не увидел, что ли? Это шутка. Правда не увидел. Но доработал все равно Джерри. И работает шифт с опорной позиции в пету. Ой-ой-ой, парни. Работа под апартаментами. И работает шипс также на фраг Бокзи Пауэру. Флит плюс фейскрак. 2 в 5 ситуация. Флит дострелял одного. Хелпа все еще от фейскрака имеется. Но вот девайсик бы хотя бы подобрать, чтобы увеличить шансы на этот раунд. Но шипс очередной отшот Уже подбирает девайс фейскрак. Подбирает? Хотя зачем ему девайс? Он из чешки доработает. на это 12 11 друзья. Очень хороший КС. И я очень надеюсь, что увижу три карты. И на всех трех картах ТБ. Вот тогда я просто. У меня пена изо рта уже. Ах, от удовольствия будет. АВП, криги. Все вкусняшки прямо сейчас у Форс. Все карты на руках, дабы выиграть. Раунд номер 9, второй половины. Интересный буст. Но это контроль у Гзи Пауэр. Слишком легко снимает летний. И причем он ждал именно этого буста. Гзи Пауэр упорной позиции. Дострелять ли нами еще непонятно. А занял себя будет и десантура. Пока что будет на контроле работать. Грамотное решение. По расстановке оборонительных редутов видим все сами. В упоре поджал также вот Он полностью весь мир держит на контроле. Лишь бы сейчас бомба не подставилась. умоляет. Только не фейскрак. Он еще и дострелял он. Вот теперь все очень хорошо для Форус. Теперь все очень хорошо, но здесь на контроле очень хорошо играют Крейзи. Они поджали все позиции, и только одна сработана. Это вот Эсперанто. Он сработал на контроле, забрал девайс. И вот сейчас Гзи Пауэр, возможно, поймает эту люркующую звено в лице Эсперанто, И он его ловит. И теперь ситуация уже 2 в 4. Больно. Залетает по шипсу. Нами последний 1 в 4. Ну, они укрепили Экономику свою еще. Прям до талого. Укрепили даже очень хорошо. Теперь в идеале нами найти 1-2 фрага. Может даже умирать смело. По экономике здесь ничего такого серьезного не потеряет. Но 1-2 фрага ему находить надо, потому что форс будет укрепляться по экономике. Откинули Молик. Откинули смог. Бомба будет установлена. Ну и Неми. Фидач тебе в этом ретейке ничего не сказать, все увидели его. Тычки полетели, Джерри добирает, и это 12-12. Well played, что сказать. МП-9 от шипса, 2 АВП и в пас занятия меда. Как же быстро и красиво действует здесь форс. В дальнейшем флешка полетела, и они планируют делать буст в окно. А буст в окно вообще никто не контролит. Аспиранта будет ли контролить этот момент. Аспиранта он не контролит. Сюрприз, мода, как говорится, да. Летний забирает Крака. 4 в 4, но там позиционирование на КТ уже занял один из игроков форс. Икси, пауэр казнит Тотанда. Причем казнит в прямом смысле, обезглавливание. И все, пошла уже инициатива от Крейзи. Шиз пошел прожимать. И 2 в 4 для Крейзи. Это сейф должен быть. Благодаря экономике Шипса и Оттонда можно будет закупиться еще в следующем раунде. Но, как факт, это уже 13-12. Причем без проблем разбирается Форс. В последних двух раундах потеряли всего лишь по одному бойцу. Но зачем на медиа? Зачем? Зачем, дружище? Вот этот опять белый котенок. Где написано Зачем? Да, он пытаться уже не будет, все верно. 13-12. Остается ждать только следующего раунда. Постараются еще и летний здесь на отходе кого-то забрать. Дэйм. Да как же они ставят? Приятно наблюдать за таким кс-ом. Вот не так давно, на самом деле, комментировал Другой турнир, Термиллион коллективы. Наср против Брен. Вот тогда у меня просто. Не могу сказать то, что глаза кровоточили. Но столько ошибок было, столько мистейков. Просто тогда уже не хотелось просто упорно комментирование делать, просто сесть, разговаривать и ничего не делать. А здесь душа радуется. Просто душа радуется. Матч приостановлен. Тактическая пауза от Крейзи. Тактическая пауза. Да, проблемки некоторые у есть, но они камбэчили не с такого счета на самом деле, то есть счет был 11-6, они до декамбэчили до счета 11-11 и 12-11, насколько я помню, да, 12-11 был счет Сейчас отдали два раунда подряд, но все еще шансы есть у обоих креативов, дабы забрать данное противостояние в рамках карты до Миража, поэтому смотрим, все смотрим Врыв по точку А в упорной позиции. Один из игроков находится. Здесь аспиранта реализовал себя на один. На дабл килл. Но здесь фейскрак вроде как нашел один фраг. Но не сумел найти более. Так, флит так или иначе на 11 кп. В дальнейшем... Как там? Как? Не увидел вот своего визави. Не вот он, точнее, а летний. Да, летний сжигает, кстати, своего... другая в лице флита. теперь больше на 100 по живой силе. Борди фускитов имеется. У Форс пока что нет бомбы на руках. Хороший выбор позиции от она теперь уже. На стерсах имеется игрок номер 7. И непонятно, услышал ли я эту пропрыжку. Я не верю, если... Я просто не поверю, если Отан-то не услышал. Там просто такой слоненок прыгнул. Но он его ждет. Он его ждет. Он его ждет, все верно. Вот он забирает Зи Пауэр, Алмазер. Один в три. Так, открытие по одному. По Оттону информация есть. Про может? Нет, он просто широкий стрейф сделает и заберет хедшотом. Красиво, 1-2. И в спину открывается один из игроков. Два игрока, даже два игрока. Если бы открывались по одному, возможно бы... Да даже невозможно, Алмазер бы 100% это потащил. Мы знаем, какие это здесь жесткие игроки у Форс. Но сдвоенный пик, дисциплина говорит за себя. 13-13, тактическая пауза от Форс. Черт, мне нравится это противостояние. Вот мне нравится это противостояние. Не зря со мной дек все-таки поменялся. Если кто не знает, там э, дек просто намного раньше закончил противостояние. Попросился со мной поменяться. То есть у меня матч должен был быть Спирит и Хау. Я бы сейчас не комментировал для вас это противостояние. Комментировал бы дек с академистом. Не знаю, как вы, а я очень рад, что я с ним поменялся. Но то, что он решил со мной поменяться, потому что он там долго ждал, попросил. Вот так, 13-13. Здесь не просто ТБ, возможно, даже овертайм мы с вами посмотрим. Кстати, подмит фейскрак. Словил хаешку, даже она за его там, серьезно неприятная флешка. Так или иначе, здесь в где никого нет. Тратит немало, на самом деле, гранат на прочек этого Андера. Минута 20, занятие главки. Через андеграунд также флит будет выходить. Ну и занятие коннектора смотрится вроде как перспективно. минута 05 стоит поторопиться занятие зигзага То есть мы видим как поэтапно Force на самом деле забирает себе преимущество на карте d train d говорю до Mirage. Вот он вроде как и контролил и преимущество по позиционированию теперь опять-таки опять-таки после open фрага от Force Crazy просто несутся на ноге, стараются себе вернуть преимущество позже усилий, но это не получается. Точно не против Алмазера, я его отмечал уже несколько раз. Ну и в результате сейв, что еще? Здесь только надежда на сейв, так еще и девайсы сейчас выбивать будут. Открытие по шипсу, фу, неприятно. Очень неприятно. Стараются сейвиться шипс. Под него будут класть поиск крак. Надо она... копье кинул просто. Кинул копье. Но здесь закроют шипса. Надежда только на кольт будет. Если вообще его даже засейвят. Не знаю. Аспиранта. Ну, вроде да, не найдут его. Он может еще игрока на тот миду сбрить. Он пикает, сбривает флита. И прыгает в андеграунд. Все верно, ладно, он засейвил. Но здесь не будет экономического раунда 100%, это будет full force. Непонятно, конечно, во что он потом перетекать будет. Пара кольтов, скаут, дигл, 5-7. Допы в студию. <laughs> студию UCC, давайте. Ну, я бы посмотрел определенно. Был бы очень рад их посмотреть. Ладно, будем смотреть. Пока что раунд номер 13 второй половины. Как минимум 29 раундов мы посмотрим. Я бы хотел все 30 комментировать. И даже более. Пока Покажет занятие главки в очередной раз. Форс э в основном ставит свою атаку именно от мида. Неприятно. Так, смог ал 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 алмазера все заучили? Летний еще один смог на хелпу своему это положил. Минута на таймере. Флажка Тотанда. Пик коннектора будет или нет, пока что не планируется. Здесь нами с кольтом, и ему очень опасно этот кольт будет терять. Смысл в том, что если сейчас все-таки подставятся под позиции точки А форс, то это будет нечто. У них здесь 4 игра. Опасно. Где power Упор на позиции Шипс перестрелял все-таки Джерри. Девайс еще один есть. В дальнейшем будет ли заход? Будет именно заход по точку А. нами у вас преимущество по живой силе. Куда ты несешься с кольтом? В дальнейшем шипс. А, нет, будет точка Б. Это будет точка Б, где находится всего лишь один летний с 5-7. Ой-ой-ой. Вот сейчас кому-кому, а летний я точно не завидую. Но посмотрим, как он себя реализует. Здесь еще и флиц джангла закрывает. Вот теперь времени то все меньше и меньше. Открытие в бэксаде. Летний выбивает бомбу. Господи, времени на поставку бомбы нет. Это раунд. Это раунд. Лорд 882. Точнее 8-2-2. У меня никто еще рядом лежит. Тропик микс. Угадал? Угадал, лорд? Матч приостановлен. А как его не приостановить в таком моменте? Как? Надо обсудить все. Да должны быть овертаймы, мне нечего сказать. Я без овертаймов не уйду. Алмазер. Прокид хае. Никакого демеджа. Боится агрессии на самом деле. И агрессия будет. В исполнении найми. Куда? Куда отвернулись-то парни? В результате алмазер с фитом забирает двоих. Ну... Что это было? Не стоится на дефолте, однако так, есть фраг от Тотанда. В дальнейшем Джерри вместе с Зипауэром находит по фрагу летний последний 1 в 3. Ну, Сами, сами себе капканчик, сделали кредит. Сами себе вырыли яму. Здесь нечего сказать. Лет не вряд ли закладчет, сам прекрасно это понимает, но я не знаю, сэвить по 9. Здесь уже надо стараться в упорную позицию встать, выбить хотя бы крик себе. 15-14. За форс что за решение было открытие на самом деле. То есть я понимаю, если бы они хотели в упорную позицию за стеночку зайти, один бы батя, второй бы убивал. Но они оба встали в одну позицию, в результате Шипс вроде его хоть как-то оттолкнуть хотел. То есть, дружище, ты что рядом со мной-то стоишь? Нас одним спрейдауном сейчас заберут. А нами еще и отвернулся в один момент там на апартаменты куда-то, непонятно. Что? Что такое? Прием. Админа намыла мне сюда. Что произошло? Друзья, он у на момента постараюсь найти информацию, либо... Возможно, сервер упал. Такое тоже очень часто бывает. Но я не верю, что это гг. Потому что такие спойлеры точно не бывают. Он у на момента... Так что-то не то не понял. Друзья. Смысл в том, что это не... То есть это был баг GoTV, но это не тот баг GoTV, после которого Good Game наступает. Это не то. То есть просто упал сервер. Я сейчас смотрю информацию по Arshall TV. все-таки забрали противостояние. И мы летим на карту номер два, на нюк, который пикнули Форс. Здесь нечего сказать, нечего добавить. Посмотрели 29 раундов, хотел посмотреть 30-й, но не вышло. В общем, летим на вторую карту, нечего добавить.